Выдохни. Чудесно. Не помогайте, не помогайте. Вот так. Какая гибкость. Хорошо. Здравствуйте, друзья. Привет, YouTube. Сегодня у нас Полина, у которой болит... Она сейчас расскажет, что у нее болит. Расскажите, пожалуйста, что у вас болит. Болит шея, пережатые мышцы вот в этой области. Угу. Постоянные головные боли. Просто болит спина. Был компрессионный перелом позвоночника очень-очень давно. И до сих пор беспокоит. Это в каком месте? Грудной отдел. 6-7 позвонок. Угу. И иногда беспокоит еще тазобедренный сустав. Просто хруст, просто боль, но еще... Коленный сустав тоже болит. А. И голеностоп тоже. Прекрасно. В области сустава. Вы спортсмен? В бывшем, да. В прошлом. Шикарно. Мы любим спортсменов. Хорошо. Скажите, вам страшно? Чуть-чуть. Чуть-чуть есть, да? Хорошо. Ну вот, иногда бывают честные люди. Не до конца честные, но честные. Хорошо. Тогда я протру стол, и мы продолжим. Полина. Что мы видим? Видим, что у Полины очень зажата шея. Причем так внутри-внутри она зажата. Вот здесь зажата. Угу. Хорошо. Хорошо. И грудной отдел на выдохе не опускается. В этом его проблема. А поясничка не болит? Не сильно. Не болит и не сильно, да? То есть болит. Не болят только брови. Хорошо. И крестец такой жесткий. Замечательно. Не помогайте мне, пожалуйста. Не помогайте. Замечательно. Сейчас я сделаю вот так. Не напрягайтесь, пожалуйста. Хорошо? Хорошо? Угу. Угу. Не напрягайтесь. Угу. Не больно? Нормально. Прекрасно. Приведем в порядок грудной отдел, и он перестанет вас беспокоить. Талия тонкая, грудь хорошая, размер, объем. Все хорошо, голова болит. Сейчас сделаю вот так, не напрягайтесь. Вдох, выдох. Выдох, не напрягайтесь. Напрягаетесь, да, так внутри умеете качественно. Еще раз вдох, выдох. Выдох. Чудесно. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Не напрягайтесь. Вот так, прекрасные хрусты. Прекрасно все встает на место. Не помогайте мне. Угу. Чудесно. Плечико поправим. Не помогайте мне. Кладите плечико. Угу. Еще раз. Хорошо. Чудесно. Не больно? Терпимо. Шея не имеет никакого совсем лордоза, и поэтому она и болит. Не помогайте мне, пожалуйста. Не помогайте. Вот так она будет свободна. Как себя чувствуете? Неприятно. Еще раз опустите голову. Не помогайте. Вот так. Падайте плечом назад. Какая гибкость. Хорошо. Угу. Ножки вот так немножко завалены. И жесткие. Жесткие ножки. И косточки немножечко выделяются. Не помогайте.
Еще раз. Не помогай. Хорошо. Коленочки на какой коленочке? На этой. Угу. Не помогай тебе. Хорошо. Вот так. Вот так. А до того, как вы травмировали, болело колено? Нет. А как вы его травмировали? Ну, что-то в бок, да, но вот так сделал? Ну, может быть, да. Либо удар был сильный просто. Не помогай. Еще раз. Хорошо. А болит где-то здесь, здесь, здесь? Вот здесь конкретно. Вот здесь конкретно. Не помогайте. И еще раз. Не помогайте. Еще раз. Прекрасно. Так оно будет свободнее, ему не захочется болеть. Хотя, наверное, захочется. За один раз мы его так не приведем в порядок. Верхний отдел шеи тоже поправим. Не помогайте мне, пожалуйста. Вот так, чтобы голова не болела. Чудесно. Чудесно. Полина, у вас грудная клетка очень хорошо вдыхает. Вот здесь вы уже себе такой горб навдыхали, да? Знаете вы о нем? И ваша задача, чтобы он не вырастал, ваша задача хорошо выдыхать, а не вдыхать. Давайте я вам помогу. Вдох, выдох. И выдох, 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 выдох. Не больно? Еще раз вдох, выдох. Выдох, 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 выдох. Не напрягайтесь, выдыхайте вместе со мной. Еще раз вдох, выдох. И последний раз. Так аккуратненько, мягко, 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 мягко. Сделаем грудную клетку. Она еще и с этой стороны у вас, да, выделяется больше, чем с этой. Ну, это исправляется, не волнуйтесь. Здесь терпимо? Терпимо. О, согласен с вами. А здесь терпимо? Хорошо. Самое главное, чтобы было терпимо. Если не терпимо, мне скажите. Сейчас приведем в порядок ваше эмоциональное состояние, и вам будет легче жить. У вас такой дисбаланс. Хорошо. Грудью вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И последний раз. Выдох. Чудесно. Чудесно. Как будет лучше. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Хорошо. Мне нравится то, что у нас получилось. А вам нравится? Да. Хорошо. Не помогайте мне, пожалуйста. Не скажу, что с первого раза у вас навсегда пройдет головная боль, но вам будет лучше. Для того, чтобы она прошла совсем, нам нужно еще несколько раз увидеться. Хорошо.
Спинка расслабленная, плечи расслабленные, грудью вдох. Не помогайте мне, не помогайте. Выдох. Вдох. Выдох. И последний раз. Выдох. Чудесно. Чудесно. Полина, расскажите, пожалуйста, как вы сейчас себя чувствуете? Ну, намного лучше. Как будто спина сама выпрямилась и стало легче стоять вообще. Когда села тоже на стол, было очень легко. Прям очень. Но единственное, болит шея чуть-чуть. После чуть-чуть массажа, да. Подтягивает? Ну, да. Хорошо. Было страшно? Нет, я, наверное, просто это очень долго ждала, чтобы у меня не было этих болей, поэтому я, наоборот, даже рада. Мне не страшно было. Вам нужно поспать, и вы будете улыбаться уже открыто, вам будет хорошо. Ну, поспать – это имеется в виду отдохнуть, просто позволить телу восстановиться. Что посоветуете вы тем людям, которые боятся к нам пойти? Во-первых, посмотреть это видео, и не одно видео. Во-вторых, понять то, что будет намного легче. После первого сеанса, может, конечно, не до конца, но потом, вот честно, я еще хочу прийти. Мне очень понравилось, мне прям очень легко стало. Понимаю то, что все исправимо, в принципе, и не все так плохо. Вот, поэтому я приду еще обязательно. Да, 4 года, да, вы жили с головной болью? Да. Да. Хорошо, сейчас не болит голова? Сейчас нет. Прекрасно. Спасибо вам за доверие. Вам спасибо большое. До свидания. До свидания.